Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если тоже болеешь или уже отболел. Эй, здорово всем, господа хорошие, с вами, как всегда, Энтони и Юрыч, и сегодня у нас дерзкий танковый патруль. Да, ребята, всем привет, и, в общем-то, эй, слышь, Васян, чё везёшь? Я везу овощи и фрукты. Братан, ты сам как овощ, покажи свои права. Ага, тебе показать мои права? Давай, и выйди вообще из машины, а то видишь, я прыгаю, я не допрыгиваю. Сейчас. Так. О. Что? О, что? Овощи вылезли. Сейчас я тебе покажу мои эти. А ты чё позеленел, братан? Ты видал мои какие овощи, а? Ах ты падла! Поехали, поехали! Оба, оба, оба! Блин, что-то у меня вылезли фрукты, ну-ка засунули их назад. Так, окей, значит нападение на должностное лицо. А ты не забыл, что я-то вроде как работаю в танковом патруле, бро? Я не знал даже, что есть такое. Да? Ну это ты, короче, зря не знал. Ну, короче, я поехал, ни в чем не подозревая вообще. Вообще все хорошо у меня. А, ну да, типа, убил представителя закона, и все хорошо у него. Да, вы поняли? Хорошо, все отлично, никто больше не преследует. Ладно, короче, после убиения, так скажем, сотрудника сразу сработал датчик, который был на его костюме, что его пульс равен нулю, и за тобой сразу выехал танк. Что ему пульс равен нулю. Сейчас и твоему пульсу будет ноль. Ну это вряд ли, братан, это вряд ли. Так, танковый патруль, а ты где вообще? Кстати, у нас есть три, ты прикинь? Да ладно. Он, кстати, офигенно сделан, он красивый, ну, немножко не похож, конечно, но все равно очень даже хорошо, а тем более вот этот щучий нос, прям вообще топ. Ну да, типа туда бронелист нельзя пробить, да? Да-да-да, зато в твою жопу сейчас можно пробить и очень да, даже хорошо. Да, ты не попадешь, ты ж косоватый. Тебе как, дуплет там или... Тройне там, ёпси. Тройне там? Я, кстати, не знаю, насколько мощный дрын, но на тебе. Я понял. Снаряд прошел сквозь тебя, что ли? Нет, вообще мимо. Вообще мимо. Я просто упал. Я перевернулся, когда ты стрельнул. Упал, споткнулся гипс, я понял тебя. Ну-ка вот так вот жопу давай. Воу-воу-воу, смотри, а там у меня, оказывается, ракетницы какие-то. Ага, значит, говорит, овощи. Террорюга, а? Овощи были. Подсунули, я не виноват. Ой. Ёпа-мать. Ёпа-мать. Я ж тебе говорил, здесь бомбы какие-то. А ты не уехал, да? Ты разорвался. Ну, естественно, тут. Нет, я был. Красиво рвануло, слушай. Все, сгорел духа. Это месть, братан. Причем я умер рядом, знаешь, где? За тебя, короче, за контейнерами. За контейнерами? Ну, а вот как здесь туда вот, улетел? На базе. Лол. А я тебя здесь, кстати, реально не вижу. Улетел знатно, красиво. Телепортнулся, ёпти. Бля, да, смотри, как развалился это грузовичок наш. Не, он вообще детонировал, что-то непонятно как-то. Я же попал прям тебе в хвостину, получается, в зад. Там бомбы лежали. Эх ты, террорист неудачник. То есть это грузовик по перевозке ядерных бомб каких-то. О, бум, все. Теперь от него точно ничего не осталось до конца. Сейчас, подожди, братан, я тебя похоронить хочу. Достойно. Да я вообще не здесь лежу, брат. Неважно. Да господи, что за здание-то, алло? Алло. Или у нас пульки фальшивые? Это у тебя пульки холостые просто. Я, короче, такое ощущение, как будто играю в этот, в Тетрис, во. Да. Вот, все, похоронили террориста, падлу такую. Да-да-да. Ладно, ребят, первый заезд вот такой вот, неожиданно, негаданно, хотя Истри это Истри, у него, в принципе, бабах-то нормальная тоже. Ну да. Короче, пишите в комментариях, что думаете, а мы продолжаем. Ну что ж, друзья, у нас довольно-таки охеревший террорист, он угнал, короче, старую цистерну с топливом. Да а ладно. Может и не совсем с топливом, кстати. А как раз у нас новый, так сказать, танчик, который пришел на вооружение на наше. И, в общем, мы его как раз сейчас протестируем на тебе. А за что? А за то, что ты топливо везешь. Нелегально. В смысле нелегально? Я везу заправлять ну, вашу заправку. Ну, если ты нам документики покажешь, то мы, конечно же, тебя отпустим. Но это не братан, пришло. Я тебе даже жопу покажу. Жопу? Ну, если жопу покажешь, тебе вот так сандалю просто по самые уши. Догони, попробуй. Кстати, довольно-таки быстрая фура, на удивление. Давай-давай, мы сейчас проверим, насколько ты быстрый, потому что у нас... Что такое? Это было эпично, это было красиво, но непрактично. Я улетел, короче. Не, у нас прикольный довольно-таки танчик такой, знаешь, я даже не знаю, на британца похож. Очень много всего натыкано, одна пушка стреляет. Много всего натыкано, но стреляет только одна пушка.
Реально британец. Реально британец, да. Во-во-во-во-во. Она на большой скорости, короче, бензобак ходуном ходит. А где ты вообще ездишь, слышь? О. А я у тебя за жопу проехал, бе-бе-бе. Ты уверен? Ну, наверное, ты жопу ехал. Это не а точно, ты уверен, конечно? Что я тебя вижу вообще? Ну, тебе не надо меня видеть. Да, нормально. Я незаметный, я цвет, короче, городского дерьмища такого, знаешь. Не, ну это просто понятно. Просто сливаю с улицы. Это понятно, что ты дерьмище там, все дела. Опа. Ты, ты опять меня не видел, да? Не знаю еще. Ага. А вот сейчас-то увидел. Ох ты, нихера себе. Меня к такому жизни готовил, я же врезался в здание. От страха, да? От страха, я думал, как бы залететь, чтобы в кабину не залетел. Да-да-да, сейчас, братан, тебе залетит. А как залетит, так залетит. Ай, залети, моя залетун. А где ты вообще? Я Мансур, я Мансур. Нихера ты Мансур, точно. У меня нормально, кстати, довольно-таки проходимая фура. То есть она довольно-таки хороша все равно. Для своего габарита. Я вообще не понял, я заехал за поворот, а тебя уже нету. Просто обманули. Опачки, я видел тебя, братан. А зачем я решил тебе, собственно, жопу показать, подразнить тебя, вот скажи мне. Не когда, знаю. В принципе, я бы не успел уехать, наверное, если бы ты успел довернуть. Чтоб, наверное, вот так тебе получить. Не надо. По голове. По голове не надо, мы топливо везем, братан, не забывай. Топливо он везет. Сейчас ты привезешь топливо, мы нам как раз не хватает на танк. Какой танк? У нас ракетное топливо, братан. Да? Где? Я не знаю, где ты. Где ты, с кем ты? Слушай, а ты что, такой медленный, да? Ну, в поворотах-то я хорош, но скорость всего 50 км в час, по-моему. Господи, я в поворот зашел и прям перевернулся просто на крышу. Да ладно. Ну что, ты будешь нас останавливать-то? Ну, так подождите, вы где-то катаетесь просто непонятно где. Мы мансим. Вот именно, а я-то не такой уж прям быстрый-то. Остановим сейчас, встретим и остановим. Господи, я в поворот не вошел. Вот это немножко нехорошо. Нету никого. Та-ля-та-лям. Ну стреляешь. Опа, здорово, братан. Та-ля-та-лям, паля-палям. Какой талян-палян? Талян-палям, палян-палям. Толян заряжай, да? Заряжай, это кодовые слова, я понял. Заряжай, Толяша. А куда ты делся, господи? Как ты успеваешь уезжать оттуда, где ты только что был? Так это я не знаю, куда ты собираешь, уезжаешь постоянно. Да все, мы бороздим просторы Ленина. Да нифига тебя на Ленина нету. Ну это переулок Ленина. Я сейчас лично на Ленина. Ай! На тебе по жопе. Да ладно! Чё? Да у меня просто только табличка с названием отлетела. Да ладно! Вот это мега прочная жопень, слушай. Я там, да походу... ладно! Ну давай, постреляй в жопу. Эй, в жопу стреляй, говорю. Ты косой еще, братан. Да ладно! Да ну нахер! Вообще похер! А может у тебя бессмертие стоит? Ну? Нет. О, ты в кабину-то не стреляй. В смысле, да не ладно. Стреляй в кабину? Я тебе сейчас не только кабину отстрелю. Не стреляй в кабину. Да ладно, а из чего жопа-то сделана, алё? Без понятия, но у тебя потихонечку прям помалю. Ну я вижу, что я потихонечку. Я даже по колесам бью, она нифига. Отгладился. Я отстал немножко. Я понял. Ну давай, я специально не еду быстро, потому что, блин, ну, тогда это вообще Unreal. Твою мать. Получил, блядь, Unreal. Вот это Unreal, ёпси, я ж тебя предупреждал. Ты знаешь, куда попал? Ты попал, короче, боковой бак на этом, на фуре. Ну всё по красоте, ёпси. Вот твоя бронированная фура и пукнула просто. Вот так вот. Просто у меня пушка не такая уж прям мощная это была. Да-да-да, а попал ты вот сюда, вот такой где-то. В бак, короче. Вот так вот. Блин, она офигенно пушная. Готовчик, нормально.
Не, ну если бы я, конечно, уехал от тебя, ты бы меня долго ловил, мне кажется. Не, ну просто этот танк, он не быстрый, как бы, и это... Кстати, неплохой такой. Кстати, это не британец, это япошка, мне кажется, за счет вот этого блина на босс. Да? Ну, не японский это, по-моему. Не, блин. Ай, спотнулся, умер. Все прижало. Короче, ребята, вот такой заезд. Думаю, что сделаем еще один и, в принципе, погнали. Ну, где там наш танковый патруль-то? Где он заблуждал-то, епси? У нас, короче, в танковый патруль поступила секретная разработка, короче, совершенный танк будущего, танк-дрель, то есть он может таранить, а может и разрывать жопы с помощью просто бешеной артиллерийской какой-то установки. Что это еще там за танк-дрель, мать его? Сейчас узнаешь, когда мы тебя просверлим, продрелим. Так, я, короче, разгоняюсь. Ну, кстати, он не такой быстрый, как я думал, но ладно, тем не менее, я хочу постараюсь тебя не стрелять, а протаранить для начала. Бим-бим-бим-бим-бим. А нитро нету, да? Нитро есть, когда стреляют, только типа стабилизация, я понял. Ага. Давай посмотрим на твой танчик, что там подготовил. Расчехлился, дрель снял сразу. Нормально. Так, ну мы едем. Мы едем не спеша, нормально. То, что вы едете, это уже хорошо, но надо же нас ловить еще, понимаешь? Я понял. Не. А что он у меня встал вообще, я не понял. Привет, мега быстрый. Дрель. Секретная разработка у него. Ты с этой дрелью будешь сейчас маячить здесь ездить. Ого. Ты развалился. Ой. Типа того. Я проехал. Не, ну я-то, конечно, тебя чпокнуть могу быстро. За 3 секунды, буквально. Не-не-не, ты давай не перебывайся. Ты сказал, нас будешь таранить. Вот я и хочу. В смысле не хочу? Вот и хочу, говорю. Иди вот сюда. Ты хочешь? Хочу. Ну вот хочу. Хочу, хочу, хочу. Майхап, майхап. Хера себе ты там херачишь, слышишь? Давай на старань, ты чё там? Это кто там разлетелся у нас? Что за пупсик? Не знаю, что это было. Жестко, жестко. Чё это за херня ты там делаешь, а? Охереть, ты чё, здание рушишь, что ли? Да. Дикая дрель какая-то там была. Слышь, какая ты есть? На защите города самого рушишь. Мы психанули. А, я понял. Не, ну это понятно почему. Он же у вас неуловимый Петю бил. Кто? Ну, назови. Я понял. Я думал, тут тебя погонял новый. Да грузовичок так называется. Ой, пупсик, привет. Что ты там? Ой-ой-ой, его даже здание придавливают. Твою дрель. Господи, он когда стреляет, он даже назад отлетает. Здорово, Питл Билл здесь. Нихера, он у тебя стреляет. Охеретан. Ой, я сам себе нос сломал. Охеретан, у тебя бешеный, слушай. Это что за бешеный у тебя танк? Охренеть. Я еду, брат! Самое прикольное, что он по сбитым постройкам катается. Господи, это что раз... Ой, у меня пушки отлетели. Охренеть. Вышло предложение хорошее. Расхерачить тебя в жопу сразу. В жопу? Чтобы не мучился, пацан. Да, не надо сразу в жопу. Ты не давай такая? Договоримся. Так, я понял. Ой, о, о! Тебя цепануло, я тебя даже не видел. Охренеть просто. Я поймал, наверное, штук 20 твоих выстрелов. Ну это да. Кстати, я реально не видел твой танчик. Я потом под конец уже. У меня не танчик, у меня грузовик. Ну, грузовик. Был бы у меня танчик, я бы тебя давно взорвал уже. На, здание падает как. Охренеть просто. Вот это я понимаю, машина. Все, долго просто мучился. Просто жесть, ребятки, ну за это лайкос, конечно, нельзя не поставить, а? Ну да. Нет, самое прикольное у танчика то, что он проходимый везде, в принципе. У него колеса не отлетают. Это прям ну реально да. Топ. Ну танчиком его трудно назвать, конечно. Ну это, да, будущая дрель. Будущая для дрель. Анального зондирования преступников. Как-то так. Короче, ребята, если вам понравился сегодняшний Лего танковый патруль, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и увидимся в следующей серии. Да, ребятки, всем пока-пока. До скорой встречи.